Всем привет! Вот и пришло время для обзора персонажа. Как и обещал, на 13 миллионах делаю для вас специально обзор данного персонажа. 13-миллионный упырь. Обзор буду делать максимально коротким, так как вскоре я сделаю линейку видео по всем статам. Не именно персонажа, а в принципе по каждому стату, как он работает, механику и тому подобное. О том, о чем я знаю, более-менее догадки какие-то, потому как каких-то прямых патчноутов нет и каких-то от разработчиков именно объяснений тоже нет. Все есть в догадках, и то, что как бы переписывались именно с разработчиками, разговаривали, то, что они могли объяснить. Вот. В общем, да, затягивать не буду. Начнем с персонажа. Стат, опять-таки, буду частично показывать здесь, частично в других вкладках. Так, ну как, ХП 35 миллионов, атаки 461 тысяча, физзащита 170, маг-защита 585. Дальше смотрим, ПВП мощь 3270. Смотрим, что активировано по титулам. ПВП мощь 30, 25, 10, 85 и 10. Также привод будет сейчас турнир. Отряд, да. После отряда вместо одного плюс 10 добавится какой-то еще лучше. Плюс по ПВП. Там за 8, 4, 2 место. Не знаю, как получится, как сыграем. Так, дальше смотрим. Навыки духовки, да. Все то, что интересует. Духовное оружие 12 уровня, да. Основной навык плюс 10, дальше у нас ХП плюс 12, плюс урон плюс 26, плюс 32, ХП плюс 30, плюс 64, плюс урон плюс 36, маг защита 295, опять же ХП плюс 58, плюс урон плюс 52 и ХП плюс 58%, плюс 36% и последний стат крит удар плюс 55%. Вот сам навык, комбо, да. И вот такие вот камни. Камни дальше я отдельно буду показывать. Нет смысла сейчас тратить на это время. Дальше облик, вот наряд 45 уровня дает. ПВП мощь 10, плюс урон 3200, минус урон 3240. Дальше что у нас есть? На 3 проточенное облик оружия, да. Крит плюс 75, смертоносность плюс 75, проточка дает также основное, плюс 10 ПВП. Крылья 23 уровня, плюс урон, минус урон, плюс 720, защита, маг защита 1840 и атака 2300. Это от прокачки. Дальше, что у нас еще интересного здесь есть? Есть шаги с битвы межсерверной, да, плюс 20 ПВП. Свадебное кольцо, ну я думал отдельно покажу, ну в принципе, атака 1380, ПВП мощь плюс 230, прочность плюс 14400 и атака 780. Я всегда называю атаку первую цифру, вторую не называю, так как вторая это вариативная. И она не всегда срабатывает, чаще идет только первая, поэтому я всегда считаю по первой, не считаю по второй. Дальше что у нас есть? ПВП кольцо Слава Лорда. Оно у нас дает ПВП мощь плюс 100, ПВП мощь плюс 1076 за звездное повышение. Также добавляет 3000 смертоносности, 82200 ХП, минус урон 10020 и атака 1830. Дальше ПВП мощь плюс 354, ХП плюс 54600, это уже повышение уровня прочность 1800 и минус урон 5460. Дальше смотрим основные статы. Значит, крит практически 68 тысяч, парирование 18700. Я буду немножко округлять, чтобы долго не затягивать время. Уклонение 16500, прочность 129 практически, смертоносность 12, смертоносность практически не прокачана. Плюс урон 2 240 тысяч, 242. Есть стат, который меняется еще плюс урон, но понижает ХП. Пока этого плюс урона достаточно. Минус урон 87 тысяч, бонус к скорости 5242. Дальше доп урон 143,5%, иммунитет 73. Броня дракона, мы посмотрим в драконах отдельно. Дальше смотрим, что у нас здесь. Ну, мах кольцо требует 1380 айтемов, скажем так, на повышение. И здесь примерно нужно 12-13 красных колец на повышение уровня, 116 уровень. Дальше смотрим, трансформация по уровням 48 50 48 48. Дальше это у нас левел 8, на 10 левеле будет дополнительная атака плюс 10%, ПВП мощь плюс 5%, плюс урон плюс 20%. А откуда берется уровень навыка трансформации? Именно из самих навыков. Вот, то есть не с трансформации вот этой, а именно с вот этих вот четырех навыков, от количества прокачки этих навыков берется уровень. Дальше у нас проточен
Здесь на шанс крит удара на 2. Здесь на увеличение урона. Здесь на урон опять же таки. И последний на дополнительный урон. Вот. Распределение включено сейчас. Сначала пламя, затем гнев и трещина в конце. Ну вот почему-то, ну как-то так выставлено. Дальше смотрим, что у нас дальше по героям. Раскладка Хель, Хель, Один, все плюс 10, естественно, отдельно их потом покажу. Зачарование, апгрейды, так, тренировка, Божий круг. На Хеле Божий круг, значит, есть одно, одного получается, плюс 2%, практически плюс 3%, и червовая дама Хель, плюс 2%, здесь до 30 еще далеко, вот примерно вот смотрим. Вот такие вот дополнительные статы. Ну и здесь вот на атаку. Дальше смотрим Один. Значит, у него плюс 2%. И также здесь плюс 0% пока недостаточно для прокачки. Вот по статам. Я быстренько прокладываю их. Кому нужно поставить на паузу, потому что тянем время. Дополнительно не будем. Дальше у нас есть вот еще Бахамут. Тоже немножко. Он в рыцарях. Он имеет немножко Божий круг. Есть еще Верданди с Божьим кругом. Ну и здесь еще Верданди Один без ничего. Дальше эволюция, карточки смотрим. Значит, на Хеле у нас карточки. Я буду просто прокладывать, потому что теряем время, да. Здесь вот крит. Озвучивать все абсолютно я не вижу смысла, это будет очень долго. Карточки в основном старались на 15 доточить. Некоторые 13, так как 12 сохраняем, а 13 приближающая проточка. Вот. И такие вот статы примерно. Вот крит плюс 25 неплохой стат. В принципе, карточки слабые. Видите, 45, 60 баллов. 90 баллов практически нет. А так как у некоторых даже по 180, о, по 180, по 118, по 120, по 114, здесь вообще нет карточек таких. Вот 84 есть одна карточка парирования, правда, плюс 25. И то она серебряная, не золотая. Золотые карточки идут от 90. Вот одна карточка золотая уже есть. 94, да. Ну, в принципе, вот. На рыцарях я карточки именно просвечивать не буду. Нет смысла, они дают мелочь. Ну, просто проточка, вот как видите, 13-15, в принципе, практически везде. Даже в рыцарях идет проточка 13-15, это все рыцари. Да, вот. Здесь даже не установлена одна карточка. Почему-то. А ее нет, да? Ну, будет карточка, еще поставим. Так, дальше мы смотрим, что... Давайте вот здесь вот посмотрим именно самых героев. Да, это вот размещение, Хель плюс 10. Сокровище у нее 20 звезд, все. Ну и проточка 40 практически везде, только на прочность 60 и на крит 83. Дальше атаки 566, хп 22 миллиона и 250 и 230 тысяч физмаг защита, соответственно. Дальше по статам крит 16,5, парирование 8300, уклонение 5, прочность 47, смертоносность 48, плюс урон, минус урон практически одинаковый, 205-208, и доп. Урон 14, иммунитет 30 практически процентов. Дальше эндо. 9 миллионов хп всего лишь, 633 тысячи атаки, 197 физ защита, 172 мах защита, сокровища прокачаны максимально на крит и на прочность, остальные только плюс 45, 20 звезд, естественно. И по криту 62,5 тысячи, парирование 6, уклонение 6, прочность 83 всего лишь тысячи нужно поднимать, будет смертоносность 35, плюс урон 154, минус урон 33, также доп. Урон 13,5, иммунитет 18,5. Экзогерой. Практически 16 миллионов хп, 342 тысячи атаки, 164 тысячи физзащиты, 182 маг защиты. Здесь сокровища практически все 120 звезд. Единственное, вот еще у нас смертоносность не прокачана, но тоже будет докачиваться, так как типа хотим довести до полного. До полной прокачки. Дальше, что у нас по статам? 17 тысяч крит всего лишь, 38 тысяч парирования, 16 700 уклонения, 91 прочности, 76 смертоносность. Дальше плюс урон 98, минус урон 112. Дополнительный урон практически 20, иммунитет 73%. Дальше смотрим по рыцарям. Рыцари, опять-таки, я быстренько прокладываю. Вот. Я не буду акцентировать на них внимание.
принципе, статы видно. Очень долго, я считаю, прочитывать это все и не имеет никакого смысла. Сокровища, соответственно, по типу героя идут все абсолютно. Также идут некоторые уже в 20 звезд, многие по прокачке. Ну, прокачка пока минимальная, так как вся прокачка уходит на основных героев. Дальше. Охрана у нас, значит, плюс урон смертоносность на размещение, плюс урон смертоносность на энда. И на экзо было парирование уклонение. На данный момент перекачиваем парирование смертоносность. Опять же, почему, я расскажу в отдельных видео, в которых я буду рассказывать именно по статам, как какой стат работает и почему. Значит, охрана тьмы, везде прочность, крит, удар. Двойные звезды везде. Звезды. У нас так, киль корабля, да, на атаку. Вот такой вот комплект. И они, в принципе, везде одинаковые. Да. Руны. Руны, опять же, буду показывать только основные. Здесь щиты. Прочность. Плюс урон, минус урон там был, опять прочность. Процентный. Имеет значение только второй процентный. И также сам типаж. Здесь вот руны. Рубины, да, как называемые, вот, прочность, плюс урон. Также статы будете, кому нужно, можно остановить, посмотреть. Я не буду акцентировать особо внимание на них, потому что нет времени затягивать видео там 20-минутное и тому подобное. Здесь в экзо стоят щиты, парирование, прочность, физзащита. И прочность. Физзащита стоит только лишь потому, что нет прочности. У меня другого какого-то хорошего стата. Дальше вот по рыцарям покажу быстренько, пробегусь. Они еще не проточены, так как нет просто рун для проточки. Золотом вопрос решился после бага на золото, который недавно рассказали. Ну, в принципе, он очень подъемистый, скажем так, потому что в день можно поднимать 100-150 миллионов золота. И, соответственно, после этого проблем никаких нет с золотом. Так, дальше у нас по ковке, что у нас? Здесь все максимальная обработка. По статам максимально вылавливали крит. Опять же таки, ловим крит. Если будет у кого-то на 17-22 сервере вещи упыря красные, вторые на 4 крита, обязательно пишите, купим. Вот типа вот такого плана. Мы их выкупим через торговую площадку, соответственно. Вот. Статы плюс урон и хп на заклятии. Вот. Где можно плюс урон, где можно плюс хп. Да, дальше. Духовное оружие прокачано на максималку, это 12 уровень. Можно изменить вот поглощение. Это в городе показывает, если кто-то близко подходит, показывает, что в этой зоне стоит великий герой и ваше название, и ваше имя, да. И также можно дать название духовке после 11 уровня. Дальше, навыки я показывал. Музыкалка последнего уровня. Да, музыкалка максимально прокачана. 8 уровень. Так. Да, кстати, музыкалку я не показал вот здесь. Вот она, музыкалка. 16 ПВП и по статам, ну, в принципе, там ничего особо такого не заметно. Так, дальше, что у нас? Богини. Так. Это все не имеет значения. Так. Обычный слот. Да, скрытых слотов нет, открытых. Ни одного. Есть только вот обычные. Значит, здесь максимально ловим на крит. Вот, 14400 крит, парирование 260, хп 100 тысяч, прочность 200, атаки практически 15 и плюс урон, минус урон по 3600. Здесь немножко скинули смертоносность и атаку. В принципе, остальные статы это от коней. Побочные, скажем так. Дальше, что у нас здесь также? Прочность, атака и крит в основном собраны. Ну и здесь парирование, хп, физзащита, макс-защита, прочность, плюс урон, минус урон, атака от проточки именно вот самой святыни. Вот такие вот уровни проточки. Да. Артефакты. Так, проточки. Здесь комплект фараона. Да, вот проточен. Здесь у нас стоит Одина комплект. Такая вот проточка. Венда у нас стоит комплект фараона, опять же, вот с проточкой максимальной на атаку, крит и прочность.
да. Дальше у нас здесь в экзо комплект Один, опять же, на PvP и на возможность использования двух сетов. То есть ХП выгнан на максимум и смертоносный на максимум, чтобы можно было и Сарацина комплект поставить, и также можно было поставить комплект Одина. Да, так, и с третьим статом прочность. Здесь также, кстати, и ХП, и смертоносность для двух комплектов можно менять по обстоятельствам. Кони быстренько прокладываю разные, которые только есть, чтобы посмотрели. Озвучивать не буду, также не теряем лишнее время. Вот. Так, вот такие вот статы, да. Дальше смотрим, что у нас камни, да. Атака, прочность, плюс урон. Также атака и плюс урон в основе практически везде. Также вот здесь вот. Да, здесь всего лишь один открытый слот, поэтому здесь только плюс урон. Размещение, в принципе, накидали все, что оставалось, лишние камни. Почему? Потому что, ну, размещение особо роли не играет. Здесь чисто вот такие камни на деф и вот остатки. Энда, смертоносность, атака, прочность. И еще одним рядом здесь прочность. Экза, минус урон, смертоносность, прочность. Да, и здесь опять же прочность. Дальше смотрим, у нас есть еще камни дракона, на снаряжение дракона, да. Примерно вот таким вот образом они распределены. Каждая четверка отвечает за следующие. То есть первых 4 это основа, потом 4 это размещение, 4 на энда и последние 4 на экза. Также дополнительный слот открыт только первых 4 на плюс урон и последних 5 на прочность. Смотрим дракон. Драконы все 3 звезды, уровень, соответственно, вы видите, и снаряжение, вот, пока красный 1 прокачивается, мы можем показать, вот, максимальная прокачка, скажем так, 19 уровень, 11 звезд, атаки дает практически плюс 26 тысяч, да, ну, соответственно, вот, здесь по 9, по 9, по 9, драконы, так, за уровень мы получаем здесь плюс 50 PvP мощи, за звездное повышение плюс 60 PvP мощи. Гербы, соответственно, прокачаны максимально, все плюс 20. Вот статы и вот размещение по гербам. Можно показать по именно по бонусам. Кому интересно, ставьте на паузу, смотрите. Так, дальше навыки. Все навыки активированы, абсолютно все. Здесь мы смотрим, у нас смертоносность плюс урон, здесь крит плюс урон, здесь атака крит и последний хп. Дальше смотрим, а, забыл активированный показать, это плюс 100 пвп. Дальше смотрим, я буду просто проклацывать быстренько, кому нужно, ребята, ставим на паузу, опять же говорю, так как времени у нас немного, неохота затягивать видео до 25 минут, иначе его потом начинают смотреть кусочками, это не имеет никакого смысла. Люди теряют важную информацию. Так. В принципе, есть еще над чем работать, но перероливать пока нет времени. Дальше аспиды вот стоят вот. На дополнительный урон при малом ХП, на пробой рубинов и на перенос атаки и урона при смерти эндоэкза. Да. Тренировка так здесь не имеет значения. Так, что еще? Что еще? В стадиях звезды. Здесь прокачка максимальная. Вот можно посмотреть по созвездиям. Ну, в принципе, внизу это просто. А верхняя это чисто статы. ПВП мощь 145, атака 33900. Ну, в принципе, все видите и так. Так, что еще можно показать? Не знаю, прям... В принципе, думаю, все. Если что-то не показал, пишите в комментариях, задавайте ваши вопросы. В дальнейшем я буду, как и говорил, сделаю видео о каждом стате отдельно, некоторые попарно, которые между собой связаны, и специально выложу такой вот какой-то курс видеороликов по именно самим статам, для того чтобы пообъяснять, как они работают и какой стат за что отвечает, как лучше прокачивать. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.